Вы смотрите новости. Поклон родной земле. Выпускники разных лет школы номер 216 имени Каныша Сатпаева организовали для земляков праздник с концертом и спортивными состязаниями. Школа имени известного ученого-геолога Каныша Сатпаева основана в 1966 году. За более чем полвека учебное заведение выпустило в большую жизнь сотни учеников. Среди них немало известных ученых, деятелей культуры и спорта. Выпускники разных лет по традиции собираются на малой родине, чтобы отдать дань уважения родной земле, школе, учителям. Их основная цель – укрепление единства и согласия в обществе. Призыв ко всем принять активное участие в строительстве нового Казахстана. Вместе мы добьемся поставленных задач, поднимемся на новую высоту. Здесь встретились выпускники трех поколений – 58-го года, конца 70-х, 2000-х. Вместе организовали мероприятие. Установили палатки, подготовили программу, пригласили учителей, всех земляков. Мы хотели донести до каждого, что мы должны быть вместе, вместе строить новый Казахстан. На торжествах организаторами праздника были вручены благодарственные письма акима района за верность родной земле и школе. Стоит отметить благотворительные инициативы выпускников. В рамках акции «Дорога в школу» для 20 детей были подготовлены наборы школьных принадлежностей, оказана финансовая помощь строящимся в райцентре мечети и медресе. Строящейся мечети мы передали 1 000 000 тенге. Медресе, которая строится при мечети Жанкожи Батыра, 2 миллиона тенге. Все это для примера последующим поколениям. Праздник продолжился концертной программой и соревнованиями по мини-футболу, армрестлингу, поднятию гири и перетягиванию каната. Победителям состязаний были вручены благодарственные письма от организаторов и денежные вознаграждения. В завершение встречи выпускниками было принято обращение с призывом укреплять единство, работать не покладая рук во благо родного края. Динара Насыбаева, Акимжан Жолтаев, Айбек Каржобай, Турехан Кожахметов, телеканал Кызылорда.